Раскольников нашего времени. Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления завершена работа по уголовному делу в отношении 39-летнего ивановца. В середине июля этого года мужчина в одном из многоквартирных домов по улице Маяковского разыскивал своего родственника. На стук дверь открыла 77-летняя пенсионерка. Быстро поменяв свои планы, злоумышленник решил завладеть имуществом старушки. Он нанес женщине порядка 22 ударов по голове, груди и шее. Из наживы в квартире потерпевшей было только 60 тысяч рублей и телефон. Злодей открыл в квартире жертвы все газовые конфорки, рассчитывая замести следы преступления взрывом. К счастью, запах газа почувствовали соседи, вызвали специалистов и тем самым уберегли свой дом. Сама пенсионерка скончалась. Грабителю может грозить пожизненное заключение. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий преступник был задержан в Белгородской области. Им оказался 39-летний мужчина без определенного места жительства, ранее неоднократно судимый, в том числе и за совершение особо тяжкого преступления против личности. Собранные на предварительном следствии доказательства вины преступника, первый заместитель прокурора Ивановской области счел достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд.